Так, ребята, школьная улица. Нам нужна Сибирцево второе. Вот начало деревни. Первые дома. Тут ни разу я не был. Где только я не был, но здесь ни разу не был. Вижу, уже колхоз богатый. Хозяйство. Что, едем? Сколько у нас всего в России есть? Вон такая улица. Высокое место, на котором я нахожусь. А там, смотрите, корпуса вон те все внизу, деревня внизу. Далеко от Венгрова находится деревня. Держитесь левее. Вон тоже море корпуса. Там сено. Тут сколько сена у них много. Корпуса. Молодец директор. Молодец работник его. Такая вышка там стоит. Спутниковая. Да, сотовая. Ну и спутниковая, и сотовая там. У них корпуса пушечная. Тут корпус парит, значит, коровки там полный. Коровок. Телеги тут у них. Вот еще корпуса, гляньте. Россия живет помаленьку. Так, улица школьная, походу, вот там, по той дороге, не по этой. Вон корпуса еще дороже. Вот деревня начинается. Даже две вышки, вот еще одна. Там двухэтажки вижу. Пустырь у них. И места такие интересные, как болотистое место, а потом такие мощные березы. Сейчас как в деревню въезжал, надо было мне поснимать их. Я прям удивился, так резко, раз, такие белые. Две стены. Школа, пластик, окна стоят. Все нормально. У народа сено, сколько много. Сами люди живут, значит. Через 300 метров поверните направо. Ага, Алиска нам подсказывает. Забор, конечно, завалился у народа. Ну, да, думаю, после моего фильма может поправить. Будет поровнее, покрасивее. Вон сороки сидят на сене. Вот, сколько сена у людей. Вон и лошади там у них. То есть личное подсобное хозяйство держит. Газелики тут мелькают какие-то. Поверните направо. О, какая мышка мощная. Так, нам сюда, на улицу школьную показывает. Огромная. Вот Сибирцево второе. Вот так она пишется. Двойка после Сибирцево. Вон улица. Ну что, скоро расстаемся. Осталось 200 метров. Ага, вежливая какая. Воспитанная девчонка. Жига едет, семерка. Дед Мороз вон там стоят. Дракоша там. Так, Сибирцево второе, да? Будем искать два номер. Где-то по этой стороне, туда дальше. Ну, дома такие обшитые. Газелька за нами едет. Вот такая кочегарка вся обшитая. Забор новый какой-то. Всего хорошего. Не забывайте делать добрые дела. Старенький есть. Такой домик интересный, старинный тоже еще, советский. Он вообще кое крыльцо интересного человека. Так, это детский сад такой. Ну, какое здание интересное, какая интересная кладка, такое не видел. Еще
1978 год. Так, нам, наверное, сюда, скорее всего, школьная улица. Вот дом культуры, написано ДК, памятник ветеранам, воинам. Так, это, наверное, какой-то магазинчик, что ли, или контора. Вот сельсовет. Пускай хозяйка проедет. Какой дом культуры красивый. А вон там памятник Ленину, что ли. Плоховато увеличивает. Вот так. Сейчас вот магазин написано. Солнышко здесь. Народ. Сейчас мы лучше спросим у народа. Где люди живут? А, ничего себе, вон там еще деревня-то продолжается. Вон где. Вон куда она уходит. Огромная деревня. Тоже какие-то снеговики есть. Там какой-то магаз тоже. Печка топится. Народ идет. Мама с сыном, походу. С Новым годом. Так, оказывается, еще здесь она школьная идет. И по этой улице. Их трудно найти. Вот школа такая двухэтажная. Вот тоже народа сено. Как битком прямо. Трактор. Такая интересная из фильма. Трехногая штука для воды. Как красиво. Усадьба путевая такая. В школе написано. Вот код Сибирцева 2. Какой код интересный. Стало не пускает. Ну-ка, шуганем его. Ну, не боится код. Сибирский код, конечно. Сибирцева 2. Ладно, решил упустить. Пропустить нас. Пока, код. Смотрящий, короче, он здесь. Так. Что тут у нас номер 2? Ага. Ну, а дальше еще. Вот такие дома, короче, двухквартирники кирпичные, советские. Деревня живет, пустых домов почти и нету. Тоже тракторок, грузовичок. Какой беленький дом, совсем беленький. Совсем белый. Это зелененький. Печка топится. Ну, тут даже тачки крутые есть народа. Так. 4, значит, тут 2 наши. Вот туда нам надо. Елки такие. Так, теперь центральный 24 надо найти. За клуб сказали. Клуб вон он. Как за клуб заехать? О, коняшка. Непонятно. То ли там, то ли здесь. Здрасте. Скажите, а Удалова где живет? За клубом сказали. Удалова. Да, если туда отворачиваете, конец улицы есть. Вот здесь есть дорога, да? Да, да, да. А, спасибо. Ага. Так, мы мимо Ленина поедем, да? Значит, если это Ленин. Интересно. Коняшка и солнце. Так, то ли тут ехать, то ли там. Ну вот он, Ленин, короче. Как его не свистнули, еще непонятно. На металл не сдали. Наверное, он там все-таки. Такая детская площадка. Еще вот памятник кому-то. Интересно прям. Детская площадка и памятник. Странно вообще. Какому-то великому человеку, наверное, деревенскому. Мостик
подъезжаем. Такие кусты прям у них вот. И вот такая у них как бы болотистая. Вот болотце. Улица Центральная, что-то нигде центр. Тут что-то сгорело, что ли. Надо убрать, конечно, главе это, чтобы некрасиво так не стояло. Так, такие домишки здесь простенькие вообще. Центральная 24, вот. Наверное, это центральная все-таки улица нам туда идет. Длинные. Дома только что старинные. Вот. Такие елки, печки там топятся народа. Все, вот ты в фильме теперь. Ну как дела? Нормально. Нормально? Вот. Вашу деревню я поснимал. Yes. Сейчас туда проеду, покажу. Хороший. Хороший. Расскажи про колхоз вообще. Живой, нет? Живой, вот я с работы. Никто не обанкротит? Не-не-не. Мошенники, не... долгов нет. Мошенники не появятся? Нет. Директору сколько лет? Директор умер, а сейчас сын за него. Сын нормальный парень, да? Нет. Крепкий, да? Молодой. Сколько ему лет? 40. Помогайте ему, чтобы никакие не залезли рейдеры. Есть такие товарищи, которые в наших районах в Сибири захватывают. Держимся, держимся. Держите, если что, мне пишите, звоните. Мы сразу их арестуем, ладно? Хорошо. Чтобы ваша деревня жила. Алексей. Как тебя зовут? Алексей. Алексей, вот тезка мой. А фамилия? Удалов. Давайте всего хорошего желаю. Все, что было. Мир, труд, май. Все, поехал так к твоим родственникам дальше разгружаться. Вот. Фильм можешь посмотреть, Алексей, в «Одноклассниках» посмотришь, на страничке магазина «Мич», про вашу, про вашу деревню. Пиши комментарии. Ничего, ничего, у вас собаки есть, нет? Есть, конечно. Почем? У нас есть все, кроме водки и пива. Нет, почем, почем? Надо через Ольгу, через дилера, все вопросы к ней. Она тебе и фотки, и видео вышли, и цены, и характеристики, все-все, и все решим. Давай, давай, пока. Ага. Так что вот, молодой директор, спасибо, что ты есть. Вот. Держись, если что, пиши мне, звони, Алексей Замосковный. Любые вопросы решим, если кто будет нагнетать обстановку, чтобы колхоз все нормально шевелился. Так, ну здесь у людей. Вот, все нормально. Новый год еще, печка топится. Такие дома старинные. Чтобы не было такого, как село Заречье, развалили чужие люди. Поэтому не сдавайте свою деревню, собиться второе. Так, здесь вот речка протекает. И вот туда уходит деревья даже. Это, походу, тоже сибирцы второе. И прикольно так вот по краю берега. Так вот дом обшили. Да, туда можно вернуться, когда вот разъезжаешься, так высоко падать. Как этот человек мне подсказывал, где кто живет. Так, ну вот там. Да, это здание административной сети. Тут обшили, идет этот как его снеговик стоит. Видите, какой прикольный. Вон какие у хозяйки здесь цветочки. Красивые. А, еще этот. Смотрите, какой почтовый ящик. Розово-фиолетовый. А вон ребятня катается. Ух ты, сейчас поплю, смотрите. Опа, погнали! Вот они куда гоняют. Ничего себе там скорость у них. Так. Ничего себе, сейчас к ним зайдем, посмотрим. Вон они куда угнали, смотрите. О. Так, сейчас я заглушу. Сейчас мы с вами позовем их, попробуем. Вон они гоняют. Давайте скорее! Еще раз! Давайте еще один дубль! Вот солнышко. Это гора да гора. Лучше всякой деревянной и всякой ледяной. О, классно. Молодежь. Здрасте. Я про вашу деревню фильм снимаю. Показываю. А вы гоняете тут как раз. Вообще у нас контент хороший получится, да? Ну.
Давай, давай, стесняешься. Так, давайте я сюда спущусь. Я спущусь, а вы поврете. А я расскажу. Что, давайте, погнали. Давайте. Давай 90 скорость. Давай девочка с ними тоже. О, погнал. Ух. О, погнали. Молодцы, здорово. Круто вообще. Вон куда укатились. Здорово. Пацаны, это тоже там деревня ваша, да? Вот? Это другая деревня, Георгиевка. А, Георгиевка называется, да? Ага, давайте Георгиевку сразу покажем. Вот она какая. Туда линия передачи идет как раз в Георгиевку. Пацаны, а летом куда? Как добираться в Георгиевку? Паром или что? Там, да? Там что, мост или что? Да, там мост. Через речку мост в Георгиевку. И могут даже трактора проехать, и большие КАМАЗы. Я не знаю. Ага. В общем, фильм смотрите на страничке в Одноклассниках магазина Амич. Да. Про то, как вы гнали. А потом еще посмотрите, когда вы будете уже старые, лет 50 вам будет. Посмотрите, как я вас заснял. Молодых. Когда еще были молодые, гоняли с горы. Это же история, это для истории все. Вот, такие дела. Гоняйте. Здорово, молодцы. А девочку как зовут? Как? Ну, Настя, очень приятно, здорово. Пацанами гоняешь. Это круто. Максиму надо везти, он мебель приятный. Поехали, ну. К тебе два дивана везем, да? Да. Ну, здорово, будем разгружать сейчас с тобой. Красиво тут у вас вообще. Вон какая деревня. Так, стой. Летом еще лучше, да? Приеду. Все, бросаем в эту будку. Плюшку. А? А я рассказал. В Одноклассниках магазин Амич. Ага. Закидывай. Открывай. Правую дверь. Вот, закидываю ее. Мы ее продадим сейчас кому другому. Садись.
были, очень позитивные люди. С Максимом пообщались, с парнем, который со мной ехал. В школе неохота учиться. А школа, с нее толку тоже. Сейчас наше время, вот институты, кому это все надо? Работы особо нету. Была бы работа, тогда ребятишки бы все это понимали, стремились, что вот зарплата у них будет, допустим, 200 тысяч. Будут они работать каким-то агрономом там, или трактористом. А то пока что этого еще ничего нету. Мы будем надеяться, а то молодежь, видите, как говорит, что не хотят учиться в школе. Причем от многих слышу. Да и вижу, что дипломы никому не нужны, все работают потом грузчиками, все просятся. Ко мне просятся постоянно, возьмите меня грузчиком. Ни один не просился, ни бухгалтером, ни продавцом, ни водителем путем. Иногда редко очень водители, хотя просятся. В основном все грузчиками, то есть вот так. Специалистов нету. Тем более в сельском хозяйстве, вот фермеры жалуются, что нету. Сейчас же современные всякие удобрения, семена, и нету ни агрономов, ни зоотехников. Так, ну будем выбираться. Короче, вдоль речки поедем, сказали ехать. Вот такая же улица. И по этой улице, уважаемый глава сельсовета Новосибирцева, который представляет, люди мне пожалуют, что дорога плохая. Летом приеду, поснимаю. Так что готовьте вот тендер, выигрывайте, оформляйте. О, может здесь проеду? Или нет? Нет, лучше, наверное, здесь все-таки поеду. Что-то там как-то не очень хочется ехать. Лучше где ехали. Вот. Чтобы дорога здесь была сделана. Хотя бы тоненькое, щебеночное покрытие. У нас в Кыштовке уже много где сделали. Вот. До Вознесенки тоже нифига дороги нету. Тоже делайте, уважаемый глава района. Тоже прошу вас. Помогайте населению. Так, ну вот мои корефаны, ребятня. Ну все, давайте, пока. Пишите комментарии. Давайте, всего хорошего. Берегите себя, чтобы долго жили, больше детей рожали, хорошо работали. Хорошо работали, давайте, все. Все, погодите еще? Будете сидеть, отдыхать? Ну давайте, рад был видеть вас, честно говоря, от души прямо. Ну вот, Георгиевка деревня. Молодежь ржут. Прям даже вот дарит положительные эмоции. Побольше молодежи, и будет Россия у нас непобедима. Так что желаю этой девочке, которая там катается с пацанами, побольше нарожать детей, чтобы у нас были и девчонки, и пацаны, и воины, чтобы нас боялись, что у нас такая численность населения, как вот китайцы все боятся. Их там 1,5 миллиарда, и индусы 1,5 миллиарда. А нас всего лишь 150 миллионов. В 10 раз меньше, считай. Вот такие дела. Так что рожайте, трудитесь. Вот. Мы с женой много не мало, но троих все равно вот вырастили. Так что всего хорошего желаю всем. Как говорят, сейчас модно бытия. Вот. По этой дороге возвращаемся. Вот Алексея проехали, которого мы разгружали. Хороший парень, простой такой, прямо прямой. Заказывайте Сибирцеву 2 мебель, бытовую технику, мототехнику. Сейчас мопеды будем, велики возить. Уже в наличии всего много. Что, прокатиться по той улице ездить? Еще? Давайте покажу вам уже. Ладно, так же быть. Уж снять фильмик, снять нормально. Более-менее, как говорится, как могу. Покажем эту улицу. Кто тут не проехали. Другие люди не повидали свои дома. Кто вот уехал здесь уже 50 лет, нету, не посмотрит. Вот такой дом обшитый, видите. Давайте такой, скорость маленько увеличу. О, ничего себе, куда он туда идет еще. Вон куда. Вон куда идет. И вон туда еще идет. Короче, большая деревня. Давайте проскочим. Чтобы у директора тоже была хорошая возможность всегда платить зарплату, чтобы было молоко в государстве у нас нормальной ценой, зерно. Ну а лучше делайте, конечно, производство свое. Что-нибудь производите из вашего зерна, из молока, еще мы какие-нибудь мини-заводики здесь прямо на деревне строите, и будут рабочие места, и будете свое сырье прямо продавать нам в Кыштовку. О, какие, ничего себе,
Смотрите, какие снеговики крутые. О, огромные. О, с драконом сразу. Вот. Какая деревня. Там ну что, молодежь двигается. Ребятня лазит по машине там или по горке, не пойму. Она тоже снимает, что-то фотоет. На плюшке они. Могут под машину лететь, надо поосторожнее с такими товарищами. Здрасте. Я тоже их поснимал. Они попали как раз в фильм. Ну вот такой домик аккуратный, смотрите, как все сделано. Вот тут сколько снега, гляньте, у народа. Вон там тоже ребятня, девчонки гуляют. А, вон он мост, все, вижу мост на Георгиевку. На Георгиевку ушла, ладно, не поедем. Заказывайте. Девчонки, вон, поняли, что я снимаю. Стесняются. Закрылись. У них мода закрываться, молодежь. Так, жарко, надо окошко открыть. Вот. И все, туда дорога пошла на Георгиевку. Уже это вот крайний дом. А вон еще туда. Короче, вон он мост. Смотрите. Сейчас покажу. Вон он мост на Георгиевку. Блин, как красиво здесь летом, походу, вообще волшебно. Это, походу, река Тартас. О, Георгиевку вашу, гляньте. Свет горит. Сегодня такая погода мрачная, но такая, как романтическая. Красиво. Спокойно. Вон туда еще уходит деревня. Вон туда, ничего себе. Трассы выходит, что ли, дорогу сейчас на Венгер. Попробую по ней проехать. Туда уже дальше не поеду. Выходит, не выходит. Да, вроде выходит к тому лесу. Точно. Сейчас мы, короче, кругаля дали. Вот как раз вон те комплексы. А, ну вот это покажу вам. Здесь как раз кладбище. Кто там знает, помнит своих, помяните. Посмотрите. Вот. Вот там еще целая деревня. И вон там дома еще. Вот. Когда заезжал, показывал. Вот это дом я показывал. Так что мы кругаля дали, хорошо вам и показали. Заодно Бог нам помог, показал дорогу выезда. Сейчас как раз покажу вам тот лес красивый, про который я рассказывал на въезде в деревню. Сибирцев 2. Ну, Сибирцев 2 я полюбил. Прямо народ такой веселый, прямо угорает. И молодежь, и взрослые люди. Так, ну вот, еще вам покажу сено, что много очень. Что хозяйство богатое, что правит теперь здесь сын директора, хвалит его. Для меня это больше всего, когда народ говорит, простой народ сказал хороший отзыв о директоре новом. Так что будем знакомы, товарищ директор, чтобы все было нормально у вас. Желаем вам всего хорошего, успехов в труде, чтобы вас работники уважали, ценили. Получалось им платить зарплату хорошую. Ну и вот начинается лес мощный. Смотрите, какой он. Прям необычный такой. В деревню стал заезжать. И такой, бах, ничего себе, лес какой. Ну вот как раз, ага. Колхоз Куйбышева. Бывший как бы. Вот, смотрите, красота такая. Сказка просто. Дорога сюда, конечно, не очень такая, нечищенная. Где почистят сегодня-завтра. Ладненько. Сибирцы, давайте. Всего хорошего вам. Здоровья, долголетия и скорейшего мира на всей планете. Причем нового мира, чтобы мы больше никогда никакой войны не видели и не слышали.